всем привет! Очередная самоделка. Попытаюсь сегодня придумать что-то новое. Наша самоделка сегодняшняя будет из ремня безопасности. Сломанный ремень безопасности, уже не нужный никому. От него нам понадобится сам ремень, замок, ну и защелка. Давно я не разбивал камеры. Вот так-то лучше. Ремень отрезали, теперь нужно скрутить эти все части в одну. Сейчас я покажу как. Шайбочки в широкой шайбе просверлил два отверстия для того, чтобы вот эта вот дыра, так и называемая прям дыра, нужно ее усилить. То есть вот таким образом надо пришить шайбочку. На этом, наверное, я закончу. Если тебе понравилось видео, поставь лайк, напиши комментарий, подписывайся на канал и до скорой самоделки.